Ирина Дедюк из Екатеринбурга всегда мечтала о карьере певицы. И вот девушка отправилась на кастинг вокального шоу в Москву на Центральный канал. Там ей отказали, но она не отчаялась и поехала прямиком в Лос-Анджелес на шоу международного уровня. История покорения музыкального Олимпа в следующем сюжете. «Русская тигрица» – так окрестила Николь Шерзингер певицу Ирину Дедюк. Артистка покорила жюри британского шоу талантов «X-Factor». Кажется, пульс мужской половины студий участился от напора русской Тины Тернер. Хотя 2 года назад в музыкальном шоу на федеральном канале во время слепых прослушиваний девушку проигнорировали. Упустили красавицу. Голос у Иры есть, а вот удачи девушке явно не хватает. Во время учебы в Лондоне она участвует в отборочном туре X-Factor. Затем девушка возвращается в Россию, и тут раздается звонок от продюсеров. Певица в шоу. Но Ирина не может вернуться в Лондон из-за отказа в британской визе. Но, ладно, мне нужно довести это дело до конца. Я боролась за этот шанс, и я все-таки там буду, я приеду на эти съемки. Чего бы мне это не стоило. Девушка выходит замуж и переезжает жить в Лос-Анджелес. И только после этого она продолжает участие в конкурсе. Я была настолько счастлива и в то же время в таком шоке, что я русская девчонка. Просто не предполагая даже, попала на шоу европейского уровня. Это было круто. Кто знает, вдруг русская тигрица дойдет до финала и научит британцев петь по-русски. Виктория Вакимян, Спро Новости. На этом у нас все, друзья. Читайте новости в нашем Твиттере и фолловьте Муз-ТВ в Инстаграме. Логины сейчас на экране. С вами был я, Николай Басков. И я от всей души поздравляю главный музыкальный канал с 20-летием. Желаю вам больших рейтингов, ярких клипов и, конечно же, самых лучших зрителей. Увидимся в эфире. Пока!